Пожалуйста, Майкл, расскажи. Когда Джонни только начинал, он подписал эксклюзивный контракт с одним импресарио. А когда карьера пошла в гору, он захотел от него уйти. Так Джонни стал крестником моего отца. Отец пошел к этому импресарио и предложил ему 10 тысяч долларов, чтобы он отпустил Джонни. Но тот ответил «нет». На другой день отец опять пошел к нему, на этот раз с Лукой Брази. Через час все было улажено и обошлось всего в 1000. Как ему удалось? Отец сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться. Какое же? Лука Брази держал пистолет у его виска, и отец предложил выбор. Либо на контракте мозги, либо подпись. Такая вот история.